Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Олена Бендерська познайомить вас із таким видом спорту, як сайклінг. Сегодня мы ознакомливаемся, как вообще нужно подходить к сайклу, что это такое. И самое-самое базовое занятие у нас проходит как раз именно с ознакомления. Сегодня мы как раз представим вам, как это нужно делать. Сейчас мы с вами начнем разбираться, как же нужно к ним подходить, что нам нужно для этого первого делать. Первое – это мы подходим к самому велосипеду, становимся близко. Ближайшую ногу мы поднимаем под углом 90 градусов. Вот мы видим шов в средней линии, по шву мы выставляем сидушку. После чего мы опускаем ногу, у нас уже сидушка выставлена, а вторую ногу, которая у нас дальняя, мы вставляем в саму педаль. И затягиваем ее, дабы избежать различные травмы в плане выпадения ноги. Теперь мы перекидываем вторую ногу через велосипед. И так же самое фиксируем вторую ногу. Хорошо. И мы начинаем езду. Мы едем исключительно только вперед. Тянем носок в пол. Пятка у нас должна быть всегда выше. Как вы можете заметить, у нас руль находится немного выше сидушки. У нас положение должно быть на 10-15 сантиметров, руль выше. Это для того, чтобы у нас спина сохраняла естественный свой изгиб, чтобы мы не скуёрживались, а ровненько сидели, дабы избежать различные травмы и различные боли в пояснице. Мы стараемся дышать полной грудью, не краткие перерывы, а именно полный вдох-выдох. Также у нас есть нагрузки. Нагрузки у нас регулируются таким вот рычагом. Мы можем добавлять вправо на один оборот, это у нас увеличивается сопротивление. Так же самое мы можем его уменьшать. Тож сьогодні на занятті ми дізналися правила тренування на сайклінгу. Соблюдайте правила і будьте здорові!